Я четко понимаю, что вот наезд на Платона, который был сегодня, значит, Платон на определенном этапе, мог отказался платить деньги, потому что его последние полгода, что я точно знаю, да, и это проходило в телеграммах разных посольств, я видел, и об этом говорят правоохранительные структуры разных стран, значит, Платону сделали очередное предложение, от которого он не должен был отказаться. Оно заключалось в том, что он должен был продать все, что оформлено там на него, там на аффилированных людей, связано с Молдовой Агроинбанком, Молдинкомбанк и две страховые компании. Виктория Сигурель, по-моему, не помню название. То есть его за... и... Короче, он должен был все это в пакете отдать. Предлагая, как вы понимаете, плохотню, которая является хозяином страны, ну, актив стоит, там, например, там, 100 миллионов долларов, да? Как вы понимаете, плохотню такие деньги никому не собирается платить. И в этот момент появляется опять умный Сережа Яралов, который говорит, слушай, ну отдай нашему по-хорошему за 40 миллионов долларов, иначе останешься без ничего. И вот то они торговались. То есть ему предложили продать все по демпинговой цене? Да, совершенно верно. Он отказался, пытался получить...